Всех приветствую. Продолжаем знакомиться с древнеегипетской мифологией. Анукет. Анукис. Анукис. Двигающие потоки. Потоки Нила. Древнеегипетская богиня, первоначально почитавшаяся как богиня Нила в Верхнем Египте и близлежащих нубийских землях, позже приобрела общеегипетский культ в качестве богини-покровительницы первого порога Нила, Асуана и острова Элефантина. Кроме того, она считалась одной из покровительниц разливов Нила, обеспечивающих возможность ведения сельского хозяйства в Египте. Я пользуюсь Википедией. Так как бог Гончар Хнум и его жена Сатис считались богами истоков Нила, Анукис в египетской традиции рассматривалась в качестве их дочери, рождавшейся в результате слияния белого и голубого Нила в Данголе. Анукет ассоциировалась со скоростью течения реки в области первого порога и, следовательно, с быстрыми стрелами и быстрой газелью. Поэтому в искусстве часто встречается изображение Анукис в образе газели. Считается, что этот образ был заимствован у нубийцев. Изображалась в виде женщины в короне из перьев, священное животное антилопа, газели. Ежегодный праздник, посвященный Анукет, начинался с разлива Нила. Люди бросали в Нил разнообразные ценные предметы, золото, драгоценности, чтобы эти дары вернулись им от богини, когда разлившийся Нил даст полям силу плодородия. Анукет была посвящена нильская рыба определенного вида, которую запрещено было ловить и поедать в некоторых частях Египта. В эллинистическую эпоху Анукис была отождествлена с Гестией и часто выступала как покровительница не только плодородия и деторождения, но и всякого изобилия и роскоши вообще. Часто также подчеркивалась ее сексуальность. Древние египтяне были обязаны своей жизнью урожаю, принесенному пышной рекой Нил. Следовательно, боги и богини, связанные с Нилом, занимали уникальное положение в сердцах людей. Вот так вкратце о древнеегипетской богине, первоначально почитавшейся как богиня Нила в Верхнем Египте и ближайших нубийских землях, Анукет, Анукис, Анукис. Пока-пока, до свидания.